spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная серия безонерционных катушек от украинского бренда Select. Это достаточно бюджетная линейка под названием Viper, на данный момент состоящая из 7 моделей. Кстати, среди них есть модификации с мелкой шпулей, обозначенные литерой S. Вес находится в пределах от 255 до 382 граммов, а передаточное число составляет 4,7 или 5 ровно к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2500S. Select Viper имеет современный дизайн и выполнена в черном матовом цвете с оранжевыми элементами. Основное предназначение – оснащение спиннинговых удилищ. Однако самые крупные модели могут использоваться и в донной ловле. С целью облегчения конструкции в качестве основного материала для изготовления корпуса выбран графитовый композит. Также для снижения общей массы разработан облегченный ротор. Для обеспечения плавного вращения и ровной намотки лески внутри установлено 8 подшипников. 7 из них стальные шарикового типа и один роликовый. Но чтобы механизм не имел возможности случайно провернуться в противоположную сторону, реализована система мгновенного антиреверса. Алюминиевая шпуля с перфорацией имеет бортик со скошенным профилем, что помогает делать более дальние забросы. Лесоемкость составляет от 100 метров монофила диаметром 0,185 мм до 240 метров сечением 0,25 мм. Для крепления лески предусмотрена компактная пластиковая клипса. Фрикционный тормоз имеет переднее расположение. С его помощью можно регулировать то усилие, при котором механизм будет самостоятельно стравливать шнур, не давая ему порваться. В нижней части корпуса мы видим рычажок переключения реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки, а после переключения в обоих направлениях. Рукоятка выполнена из металла и оснащена плоским кнобом из эба. При необходимости она прижимается к корпусу, для чего надо ее немного выкрутить. Есть возможность переставить ручку на противоположную сторону, поменяв ее местами с декоративной заглушкой. А теперь давайте разберем катушку Select Viper и посмотрим, что у нее внутри. Планетарный механизм просто надежен. Но чтобы обеспечить более долгий срок эксплуатации, старайтесь не ронять катушку в воду, на песок или твердую поверхность. В качестве профилактики не забывайте проводить хотя бы элементарное ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.